Всем привет, с вами я, Супер, и мы будем играть в игру под названием GTA San Andreas. Хоть как бы это странно не звучало, я буду проходить эту замечательную игру на все времена. Вау, да тут банда еще есть, вот у меня УЗИшка есть, я ее только что подобрал на этом здании, это я точно помню. Я ее играл, помню, в 2006 году, когда я был ребенком. Ну, сейчас KG идем туда. Я только что заспамился. Установил вот эту мышку, чтобы нормально работала. И будем играть GTA San Andreas, хоть это как-то странно не было, не звучало. Потому что GTA San Andreas не играют большинство. Большинство играют. Как называется, что ли, я забыл даже. GTA сам, да, сам. Вот я сам РП скачал. Не сам РП, а как-то по-другому называется. Значит, скачал и как будто да, вот, по-быстрому давай. Раз-два. Чтобы быстро на велике кататься, надо просто два раза. Что-то на английском говорит. У меня тут не русифицированный, а только субтитрами. Нажмите Enter, чтобы покинуть. То это понятное дело. Вау, дом. Да, я это помню, сейчас какой-то чувак жирный появится, по-моему. Сейчас будет вспоминать свое детство. Вау, тут все изменилось, типа, вау, детка, да? Нет. Ох, будем играть. О, видит, о, консоль, PlayStation 4. Ай, блин, он картину взял. Ну ладно, давай. Будем от... до начала, до конца. А, нет, это мы, по-моему, его жили. Мамза here. Да, что-то там он орёт. Mom, they're up to something. Не понимает. Ну, значит, что, можно тут играть в игры, то есть, на там, приставке, которую он подобрал рядом картину. Вот. Что-то... Ну, будем полностью смотреть, как бы. Я буду от начала до конца... You picked the wrong house, fool! Вот, да, вот, hey, Big Smoke, it's me, Carl, chill! Вон, CJ. О, май гад, what's up? О, красавчик. Вот hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Говорит, у меня неплохо, в принципе. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. This... За ним что-то охотится? Ну ладно, пропустим. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep и не надо думать от до начала до конца, в принципе, да? Иногда можно пропускать, в принципе, а то так будет долго. Там еще будут что-то разговаривать с этим очкариком. Вон, да, они теперь четверо, прям банда, прям бум-бум-бум-бум. Follow my lead. На велик надо быстро сесть сейчас. И два раза вперед нажимайте вы просто, и у вас велосипед быстрее едет. Вот возле этого чувака things надо. Things change around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Сейчас проверим, куда они поедут. Туда поедем. Вон, вон туда. За нами сейчас будет ездить тачка. Вон, да, вот это. Моя нелюбимая тачка. Я давно это не мог проходить. Сейчас, в принципе, уже научился. Так что, в принципе, давай, едь, что ты так медленно? И еще вот этот успевает как-то, я не знаю. Ну, понятное дело, что у него машина, у меня всего что велосипед. Давай. Все, доехали. Keep up, motherfucker. Ну, давайте поедем дальше, давайте. Вперед. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Да надо ездить, стоп. А вы, да? Oh. Ой, блин, да вы издеваетесь, сейчас меня же убьют. Вот эта миссия мне на самом деле не нравится немножко, потому что машина будет вас сбивать иногда. Come on, CJ! You can't keep up with the fat man! Move it, CJ! You embarrassing us, nigga! Будем полностью проходить, я GTA знаю, что полностью не прошел, да? Я там на этом не проходил.
еще GTA Vice City я не прошел там на вертолете или тут на вертолете, я даже честно не помню. Ну, короче, полностью он. Даже могу сжигать. Все, мы почти приехали, можно ехать тупо вперед. Быстрее, чем этот чел. Он какой-то медленный сейчас за нами. Во-во, машина, блин. Мой еще велик. Давай. Раз. Давай. А, не успеешь. Это по-любому эта машина не успеет. What's the matter, fool? Все, приехали. You tired? Come on, man, you gotta keep up. Все. Даже остановился, ровно. I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who janks. Типа мы, ой, Rider, nigga. Убежать. Юнига. Все, авторитет плюс. Сейчас сохранимся. Во-первых, в гараж велосипед. Велосипед — это самое главное. Он даже лучше, чем машина, в принципе. Ну, в GTA сами, потому что бензин неохота тратить. А велосипед, в принципе, тут... Да-да-да, тут можно сохранить. На 6 часов вперед. Все, ладно, давайте сохранимся. Вот, на первую. Будем все на первую сохранять, все. Все, мышка что-то заела. Вот, восстановим все. Гантон, идите к рейдеру. Рейдеру сейчас пойдем и задание выполним. Игра на самом деле хорошая. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Давай, поехали. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Заходим, значит, типа, прическу надо какую-то сделать. Ну, сейчас сделаем. У нас $350. Я понял, как сделать прическу. Вот. Ну, а сделаем вот эту усы хотя бы. Что, нам нужно усы? Там, тихо, что тут есть. Значит, тупо пробел нажимайте. А, мы убрали. Ну ладно, давайте. За 250. Да, нормально, нормально, сойдет, все, красава. Денег теперь ноль. И он, я не понял, как усы делает, ладно, все. Интер, все. То есть сделали себе прическу и уходим. Теперь мы крутые. You know something? I take it back. O'Ree still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat? I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Получается, если будет слишком много, станешь жестким. Окей. Все, мышка заработала, чуть-чуть она меня залагала. Ладно. Теперь заходим. Покушаем. Бесплатно? Стой, стой. Перекус надо купить по-любому. Пробел. Ой, я напомню, что кто-то зашел, стоп. Всё, всё. This pizza parlor's no pushover. Всё, убили его.
И у нас теперь еще есть дроболик. Ну что я сделал только что? Он хотел нас убить, типа надо быстро уезжать. Вот. Я взял его, убил и еще дроболик забрал. Ну это набор. Почему вы убили? That's where Kate comes in. My sister's son got to 18 and just ran away. She was brokenhearted. Now me and little Joshua celebrate. Сейчас, подожди, ребят, еще надо... Every day with Kate. He's my number one, and he knows... Now he's not running. И при этом радио выключить. Do you find... Все. Все, отключили радио, а то оно меня задолбало. Ну, поедем сейчас. По-быстрому, давай. Тачка. Перебором даже. Ну, сделали усы, покушали пиццу. И все. Да, выходим. Better drop by, тут даже как-то ппшнулся. You've been yapping on about the graffiti, too. Шотган. Later, homie. Все, типа, он уходит дома. Миссия пройдена. Авторитет плюс. Потом будет плюс. Потом еще раз плюс. Все, пойдемте дальше. Come on, fat boy. Watch out, fool. Come on, fat boy. Вот эту миссию сделаем, потом все. А, да, я знаю, тут надо граффити сделать. Это очень, на самом деле, легко. Все, поехали. Сейчас отключу радио. Все. Поехали по полной катушке прям. Да, это я знаю. Так, останавливаемся. Все, я знаю, вот так. And I'll keep the engine running. Надо перекрасить оставшие граффити. Вот, одно граффити, вот. Просто держите курсор. Все, вот. Все. Надо все перекрасить, чтобы наша банда только была самой сильной. Где еще граффити? Вот еще одно граффити. Давайте сейчас ее перекрасим. Наполовину уже все. Обратно садимся в машину красавчика. И... Сейчас. Как GTA Sampi использует этот баг со скоростью. Садимся. И сейчас еще надо перекрасить. Прям супер вот эти, как там, у ворота что ли, паркур для машины. Какой-то бред несу, ну ладно. Сейчас поедем перекрашивать еще. А в этом баре мы еще будем, да, скоро будем в этом баре. Ой, блин. Езжай, что в некоторых серверах Сампа, вот видите, автоматы с соками, нельзя пить. Чтобы я попил. Пройдем вот так. И нужно. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Сейчас перекрашим все. Берем баллончик свой. Перекрашиваем. Идем вот туда. А, он типа банда. Можно им грязным краской. Get that fool! Я же полицейскому сделал. Но они косые на самом деле, боты. Все, перекрашено, убегаем. Быстро от полицейских.
А, вот тут мы покрасили. Надо убегать от полиции. Спрыгиваем. О, где-то сверху, по-моему. Да, сверху находится. Перекрашиваем. Все. Дальше куда? Все. Quick, get in! Вернулся в машину. Get us back to the hood, CJ. Надо бы все-таки чисто использовать полицию. Она нас убьет, у меня мало и так тут здоровья. Машина скоро взорвется и задание не выполнится. Надо сразу идти сюда. Надо, надо, быстро, надо, быстро. На самом деле, полиция самая медленная. Да блин, вы что, специально издеваетесь, стоп? Задание же... Мое задание не выполнится! А, все, все, я выполнил. Без разницы, все. Ура! Ура, ура, ура. Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kinda soaked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Все, хорошо, поработали. I'll catch up with you. Все, типа, уходим. Ой, вот, авторитет еще $200. Круто, круто. Сейчас давайте вот эту машину починим. Теперь это будет машина моя. Машина будет моей. Сейчас всех позагажу. Вот, вот так я поставлю, все, стоп, не так. То так примерно. Смотрите, взорвалась, и она сейчас починит. Да, вот, так и думал. То есть машина взорвалась только что, как видели, и вот она обратно восстановилась. Ну, все-таки успел. Тап, кто мне звонит? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been a... Ну ладно, короче, разговор отключу. Ну ладно, давайте в следующей серии вот, вот эти будем задания выполнять. В принципе, неплохо вышло, вот. Наш CJ будет прославляться в этом сампе. Мы будем самыми крутыми. Ну, а пока что будем баллончиком сыкать негритосом. Ну, как бы все, да? Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. Если вы любите CJ и любите GTA San Andreas. Ну, каждый любит GTA San Andreas. И еще не забудьте написать комментарий, продолжать ли снимать мне эту игру. В принципе, игра хорошая. Можно ее пройти полностью, без читов. То есть я ее проходил, помню, с читами, да и то не полностью. Ну ладно, с вами был я, Супер. Карл, это Офицер Эрнандес. Пока.